Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Лысый Петр, и сегодня мы глянем какую-то японскую стратегию, что ли, не знаю, что это, но сейчас посмотрим. Так, у нас какие-то здесь персонажи есть, вот это моя база. Ага, вот как перемещаться. Понятно. У меня вот рука есть. С когтями. Да, давай уже играть. В общем, сейчас мы будем проходить с вами обучение. Вот наш тавер. Хорошо. График вокруг, ну, конечно, просто вот какие-то штучки и все. Самое главное будет происходить вот здесь. Так, у нас какие есть у нас бойцы. Можно брать как хочешь. Это время у нас идет. А это база противника. Это чтобы двигаться, я понял. Немножко странно, но ладно. А это вверх-вниз. Ну вот так, нормально будет, думаю. Это поворачиваться. Ну да, я понял. Default position. Сделали. Только неправильно default position. Она должна быть вот здесь. Вот так. Правильно же? Ай, блин, вообще неправильно. Вот так. Готов. Good dinner. Шаг второй. А как выбрать? Можно взять его, не? Что пресс, что пресс? Напомните, просто открыть, наверное, да? О, вот наши пацаны. То есть главный пацан, и у него есть такой мини-пацанчик. И теперь могу его сюда послать. Например. И они пошли. То есть командир и его защитник. Вот они идут сюда. Зачем сюда? Вот здесь. Пусть тут стоят. Да-да-да, я понял. Например, вот сюда поставили. Но они здесь. Дальше что? Покажите мне уже битву. То есть, да, это стратегия. Японская, ну, вроде бы, довольно-таки хорошая. Типа, стратегия, смешанная с РПГ. Японцы любят смешивать игры, это у них хорошо получается. Мне нравится. Так, можно дерево срубить. Подожди, я не тебя хочу взять. Или тебя. Ага, нужно построить здесь тавер, только нам нужны еще ресурсы. Погнали, собираем ресурсы. Лесоруб, погнал. Вот сейчас почему-то сразу вспомнил Warcraft, не знаю почему. Я когда кто-то добывает дерево в играх, сразу вспоминается Warcraft. Погнал еще. Еще два нужно. Давай. Получается тебе... Ой. Получается тебе? Молодец, давай. Так. Ну там еще дерево. Их нужно развить. Посмотреть. Давай. Да, это как-то прораб, я объясняю, как ему рубить дерево. Жестко, конечно, ну ладно. Погнали. Несем. Вот и все, построили тавер. Что это нам дает? Какую-то защиту, наверное, да, я так понял. Ага. As your leader's overall levels increase,
А всего можно 3 лидера иметь. Понятно. И у каждого лидера может быть по 3 этих помощника. Я понял. Руко. Сюда. Погнали. Битва. А ну-ка. Есть какие-нибудь суперудары? Какая-то заразина здесь. Блин, пацана убивает. Пацан, держись. Давай, 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 давай. Выдержал. Молодец, красавчик. Еще один. Что это за дрянь вообще такая? Так, погнали. Это здесь надо? Даже не понимаю. Так, преза, тайм, бутон, hold, control, гон. Ты там полигон, что ли? Что? Какой полигон? Может, свалить надо? Так. Сейчас мы полекаемся, походу. Так, а теперь можно идти и дальше воевать. Так, надо как-то использовать скилл. Только как его? Вот. Использовали. Хорошо. Так, можно повысить ей левел. Хорошо. У нас тут делать, да? Нет, не здесь. Ой. Угу. Смотри, какая зараза. Она хочет атаковать наш тавер. Быстрее, беги. В бой. Погнали. На тебя. Заразина. Вот так. И тавер тоже защищает, походу. Я так понял. Фу, как она отвратительно кричит. Так, осталось 2 шага. Да положу-ка сюда свою руку, пусть полежит. Хорошо. Ага, можно очень быстро телепортироваться. Я понял. Или наоборот, да? Пожалуйста, двигай свой поинт. Сюда. Ага. Выбираем теперь помощника. Нам нужен лучник. Ой. Ага, это прокачка пошла. Мага можно. И супер мага. Отлично. Еще можно 2. Пусть у нас будет мечник. Все, это максимум. Хорошо, нормально. Думаю, нормас. Вот такое. Идем в атаку. Так, надо еще прыгнуть к управлению, потому что... Пацаны, уйдете там? Идем сейчас в атаку. Погнали. Сейчас просто размочим. У меня вот такая команда суперская. Давай. Где твои бойцы, а? Где твои бойцы? У тебя их нет, потому что я сейчас размочу тебя. Так. Супер удар. Конец ему. Вот вообще такое вот у нас получилось обучение. Вроде норм. Виктори. Вот так.
Thank you.